25-й чемпионат мира. 8 городов. 27500 зрителей вмещает самая большая арена. 1400 журналистов. Телеаудитория только во Франции 10 миллионов человек. Пока это главное спортивное событие наступившего года. Гандбольное шоу в сердце Европы. И у нас есть пятерка волшебников, таланты которых украсят этот чемпионат. Говорят, что сейчас он сильнейший гандболист планеты. Датчанин Микель Хансен, олимпийский чемпион, самый ценный игрок Рио. Секрет в его бросках, магию которых не раскрывает даже видеоповтор. Алекс Дуйшибаев, сын тренера таланта Дуйшибаева, крутит мяч так, что комментаторы срывают голос. Его фокусы в списке главных ожиданий испанской сборной. 4 года подряд Уви Геншмайер признавался лучшим гандболистом Германии. Суперзвезда турнира совершает невообразимые полеты над шестиметровой. Французский специалист по спасениям, возможно, лучший вратарь мира. Тьерри Амейе. Его обыкновенных чудес будет ждать вся Франция. А это наш капитан, Тимур Дибиров. Один из лучших крайних современности. Крученые мячи с непредсказуемой траекторией полета. Пристегните ремни, он берет вас в свои полеты над Францией.